Дмитрий Маликов встретился с учениками музыкальных школ со всего Татарстана. Юные певцы и инструменталисты прибыли в Альметьевск, чтобы выступить с артистом на одной сцене. Мастер-класс певца стал частью проекта «Уроки музыки». Такие внеклассные занятия он проводит в разных городах и регионах страны уже 14 лет. И видевшего, и слышавшего многое артиста татарстанские школьники смогли удивить. Находить общий язык с детьми у Маликова получается без педагогического образования. Главный секрет, по мнению музыканта, искренняя любовь к делу. Тогда передать ее воспитанникам не составит труда. Однако для хорошей подготовки нужна еще и качественная инструментальная база. Школы искусств, дома культуры. Не везде, конечно, но в большинстве городов, куда я приезжаю, отремонтированы. Вот. Так же, как вот здесь, закуплено большое количество инструментов. Вот, в том числе и наши российские инструменты производятся, и иностранные инструменты покупались и покупаются. Через пару часов после завершения уроков музыки зрители собирались уже на концерт певца. Среди пришедших есть преданные поклонники, знающие текст любимых песен наизусть. Ты одна, ты такая, я тебя знаю. Инна Маслова признается, что выросла на песнях артиста. На концерт ее пригласила подруга. Девушки пришли, чтобы услышать золотые хиты. Дмитрий просто, ну, замечательный эстрадный певец. То есть, как бы он вообще амбассадор такого красивого вокала, исполнения, подачи. То есть артист с большой буквы. Знакомство с творчеством артиста у каждого зрителя было свое. Для тех, кто полюбил его песни в годы особенной популярности, проводником в мир романтической музыки стали аудиокассеты. Друзья, сверстники делятся какими-то... Тогда же у нас были кассетные магнитофоны, делились записями вот таким образом. Ну, по телевидению, конечно, его тоже показывали. Концерт стал первой живой встречей с артистом для многих. В первом отделении звучала авторская инструментальная музыка. А после антракта певец исполнил известные хиты, в том числе и те, с которых началась карьера артиста. Это была первая встреча Дмитрия Маликова с альметьевскими зрителями. Она продлилась 2 часа. Елена Бауэр, Антон Николаев, Новости Юго-Востока.